В Астане проходит международный теннисный турнир. В нем принимают участие спортсменки из Казахстана, Украины, России, Беларуси, Чехии, Словакии, Сербии, Словении и из других стран. Честь нашей страны защищают Камила Керембаева, Асия Адаир, Анна Данилина, Екатерина Клюева, Александра Гринчишина и Гульназ Докей. По итогам первого этапа отечественные теннисистки Анна Данилина и Асия Адаир вышли во второй круг основной сетки одиночного разряда. Женский профессиональный турнир – это уникальная возможность, я считаю. Почему? Потому что мы на протяжении всего года проводим около 60 международных турниров. Эти турниры являются как бы первым этапом для профессионального тенниса.